Музей школы села Кармалодиляково хранит народные ценности. Точная дата его создания неизвестна, а вот началась она с собирания материала о концлагерях Великой Отечественной войны, которые и образовали первую экспозицию «Бухенвальдский набат». Позже направления собирательства расширились. Стали собирать больше уже по истории села, по истории школы, ходили по домам, пока у нас еще были, скажем, старожилов много. Ходили, собирали материал, каждый дом обходили. Когда собрали весь материал практически в селе, мы на велосипедах уже с учениками ездили по ближайшим селам. Помимо истории села и школы, в музее имеется экспозиция быта 20 века, выставки об афганской войне, пионерии. Особое место занимает Чувашский национальный уголок. Также в стенах музея хранятся фотоальбомы, летописи каждого выпускного класса. Традиция дарить их музею сохранилась до сих пор. И когда в феврале у нас проходит вечер встречи с выпускниками, они приходят, листают эти альбомы, и такое восхищение, удивление, начинает смеяться, вспоминать школьные годы. Так интересно наблюдать за ними. Стоит отметить, что музей регулярно пополняется новыми экспонатами, а посещают учащиеся его регулярно, ведь здесь есть на что посмотреть. И в скором будущем его ждут приятные преобразования. В этом году, спасибо администрации района, области, спасибо всем, у нас ожидается долгожданный ремонт школы. Поэтому эти все экспозиции мы будем складывать, убирать и надеемся, что в будущем учебном году мы уже экспозицию будем разворачивать в совсем обновленном помещении. Напомним, что в этом году планируется провести капитальный ремонт еще трех школ Сергиевского района – Суходольской 2, Кандыбулакской и Красносельской. Маргарита Русяева, Антон Иванов, специально для «Радуги-3».